там такое прям. И прям надо так явиться. Ага. Та-та. Та-та-та. Та. Да. То есть у вас акцент прям сильный. Прям надо херачить по технике. Ци-ци-ци. Та-та-та-та. Здесь затянуть немножко, окей? Давайте. И четыре. И пять. И дальше шесть. Мы ставим ногу. Это будет в ногах. Руками делаем удар. Правой в кулачке делаем кисть. И так жестко затираем. Да. И семь. Да. Сейчас правой рукой пошли четко в сторону. И вышагнули. Ага. И отсюда 8. И поуже прыгать. Да. Есть. Вот здесь надо. Прямо. Прямо так затянуть, да. Все, полностью перенес. 5 еще. 5, 6, 7, и 1. Раз, и 2, и 3, и 4, и 5. Идете там на хип-хоп. Если, благо, если педагог вставляет какую-то базу в эту хореографию, он говорит, ну, ребят, мы тут делаем это движение. О, а это движение, там есть олдскул, оно называется ранний бум. Они такие, о, да, типа я запомнил. Тогда да, может быть что-то там еще как-то. А так, учите технику. Потому что, вот, допустим, не знаю, выиграл Саша Шерман на классе. Знаете, такой? Слышали? Знаете, как это происходит? Так, ребятки, учим. Там и раз, и два, там медленно, там что-то так запоминаешь, да-да-да-да. Оно мозг включает, и думаешь, господи, подожди. Вообще просто в ноль. Мало того, что окей, там идет какая-то обычная бочка. Ты делаешь и шесть, там, и семь, просто на каждый счет. Они там начинают. Движение вокала, это вбит, это вокал, это вбит. Тут и раз там, что там вообще слышишь, что там, я вообще ничего не понимаю. Потому что, и она приходит, она там делает одно движение, так, там, туда, куда, а они рубят, они реально рубят. Техника вообще просто дикая. И, ну, это вот именно касаемо хореографии. Понятно, вы придете на базу, вы будете стоять, качать, будете учить эти базовые там шаги, да, или там, окей, вы качаете эту основу, вы просто нарабатываете себя фристайл, да. А тут хореография и, ну, короче, просто нет смысла приходить и делать полсилы. Вы так просто вообще без всего уйдете. Поэтому, фу, я понимаю, что вы устали. А, поехали. Два, три и четыре. Представляете, что у вас вообще какая-то беснутовая тряпка, у вас дорога, ну и вам так тяжело и бомбы. Да, то есть не летаем в облаках где-то. Последний раз прям вообще затянуть. Так. Пам-пам-пам. Да, есть. Дальше. Спрыгиваем с ручки так вот. Да. Пять. Дальше. Убираем правый вперед, да. Левый прям локоть прижимаем к себе. Отсюда его немножко заслон. Садимся, короче, паровозик в руке, да, эту руку автоматом убираем, да, и потом встаем.